Иосиф Кобзон посетил родину своего парика. Все включено. На день города в Чернигове Сергей Макашов спел свои лучшие песни. Потом попытался залезть на главную сцену, но охрана его не пустила, и он вернулся в караоке-бар. Команда «Говорит интрига». Итак, первая шутка. Небылица. Говорят, если пчнуть задницей, то можно увидеть будущее. На этом первый круг окончен. Что скажет жюри? Тимати в детстве ходил в переводках. Интрига. Голландские ученые утверждают, что Земля не круглая, Земля веселая. Что скажет жюри? Давайте, Сергей, вашу формулу один. Не надо. Да? Давайте попробуем сделать тишину и послушать, что скажет жюри. Пожалуйста. Ого, столько шуток надо было наготовить. Не жалей. Сейчас. Во время краш-теста машины Виталия Гольца Виталий Витальевич был в Турции. И слава богу. После просмотра гей-парада в Берлине, на что ответил Николай Семенович, ветеран Отечественной войны: ну что, понравилось, как мы вас в 45-м водили? Студ-кафе, спасибо. Команда «Студ-кафе» выбывает из дальнейшего конкурса «Биатлон». Итак, круг номер два. Читаем по две шутки. Команда «КВН» с потолка. У водителя мотоцикла «Восход». Даже в гробу дергается правая нога. Если верить надписи на мегацентре, то мегацентр створенный на радость людям. А базы на Щерсона назад белорусам. Команда КВН, сборная капитанов. Подходите к микрофонам, всем хватает уже. Чего вы боитесь их? Они чесноком смазаны. У Якубовича усатая спина. Торговый центр «Аквариум» был построен на деньги рыбы из мегацентра. Команда КВН, все включено. Уснувшая вахтерша в студенческом общежитии стала причиной нежелательной беременности всего третьего этажа. Новости детского криминала. Вчера на улице Щерса произошло дорожно-транспортное происшествие. Как утверждает его единственный очевидец Коля Булыгин из 2 Б. Одна, короче, такая во вторую, такая пидыш, бах, короче, и все. Команда «Главная интрига». Мастер спорта по легкой атлетике украли телефон. Но он так... О, Господи. Но он догнал вора и не смог забрать телефон у мастера спорта по карате. Это первое, Саша. Учительница биологии показала детям, откуда берутся дети. А дети показали, куда идти учительница. Да, теперь сейчас жюри покажет, кому куда. Если здесь, конечно, все у нас гладко пройдет. Я имею в виду конкурс «Биатлон». Интрига, спасибо. Спасибо, интрига. Третий круг. Еще раз по две шуточки. Начинает команда с потолка. Если скрестить «Ладу Приору» и «Ладу Калину», получится «Лада Приколина». Сельские парни всегда доводят девушек до оргазма. Они местные, поэтому они единственные, кто знает краткую дорогу.
Команда, все включено, пожалуйста. Ты толстый, лысый и некрасивый? Тебя не любят женщины? Конечно же, ты толстый, лысый и некрасивый. Да. Ладно. Изначально Камасутра являлась пособием в греко-римской борьбе. Но потом кто-то что-то подрисовал и пошло. Спасибо. Команда КВН, сборная капитанов. Молдавские ученые-генетики скрестили ноги, что позволило им сидеть дольше и ноги не немеют. Каратист Сидоров с одного кия закончил партию на бильярде. Стоп-игра. Жюри вступает в игру в этом туре. Все включено. Что Артём уже ни с кем не советуется. Артём подумал, что про лысого и некрасивого это про него. Я по сценарию работаю, ребята. Поверь, здесь есть лысее и некрасивее. Я имею в виду в зале. На сцене все красавчики. Так, это финал? Это финал. По три шуточки, друзья. Пожалуйста, команда. Это желтый с синим с потолка. Спасибо, друзья. Это просто эпидемия повлияла. Вчера. Он работает. Саша, работает там все. Пимпу потрогай, пимпу. Ох, слышали бы, что сейчас говорят звукачи, когда вы так делаете. Вчера на улице Белова, 41, двое неизвестных с бигборда отодрали Юлию Тимошенко. Тоже буквально вчера водитель автомобиля «девятка» не вписался в поворот. Он просто выпил очень много пива, поэтому вписался прямо в «девятке». Пожарники-дебилы тушили карбидный завод водой. А то мы сбились от счастья. Сборная капитанов, пожалуйста. Продолжим. Шутка. Ли. В многодетных китайских семьях детей архивируют в ZIP или RAR. Крот-алкаш опять нарылся. И сейчас надо будет подумать. Дети Олега Блохина селятся на собаках. В биатлоне побеждает команда КВН с потолка. Спасибо командам.